Добрый день. Представляем вашему вниманию краткий обзор по рынку нефти. Европейский Союз готовится к введению экономических санкций против Ирана, главной из которых будет эмбарго на иранскую нефть. Как передает агентство Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Вопрос об этом запрете рассматривается с конца прошлого года в качестве меры по усилению давления на Иран в связи с его ядерной программой. Ожидается, что официально о введении эмбарго будет объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 30 января 2012 года в Брюсселе. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме, правительство США одобряет действия ЕС. Напомним, что в случае введения санкций Иран пообещает перекрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть всех мировых поставок нефти. В таком случае сырье может подорожать в 1,5 раза, считают эксперты. За последние дни котировки уже прибавили $5 и могут вырасти еще на 50. Блокировка пролива обернется проблемами для всей мировой экономики. Аналитики уверены, от блокировки пролива в первую очередь пострадает сам Тегеран, ведь он ежедневно проводит через Ормус свыше 2 миллионов баррелей. Проблемы возникнут и у Китая. Это главный нефтяной партнер Ирана. Пекин много инвестирует в эту страну и является главным получателем сырья из Персидского залива. Серьезный ущерб будет нанесен и другим экспортерам Ближнего Восточного региона. Проливом пользуются Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Европейский Союз импортирует 450 тысяч баррелей сырой нефти в день из Ирана. Для Ирана это второй по величине рынок нефти после Китая. Будьте в курсе последних событий в мире с компанией InstaForex. Всего доброго!